Субтитры сделал DimaTorzok.
Ехали в вагоне волки и слоны, тигры, львы и кони, лисы, кабаны. Но открылись двери, контролер возник, зайцами все звери стали в тот же миг. В окне мелькают названия станций, жить я в дороге, от зайцев нет. Не только заяц, не ездит зайцем, он покупает всегда билет. Опустил вагончик, никого вокруг, только зайцу очень грустно стало вдруг. Ведь обидно это всюду, там и тут, тех, кто без билета зайцами зовут. В окне мелькают названия станций, жить я в дороге, от зайцев нет. И только заяц не ездит зайцем, он покупает всегда билет. Если все билеты будут покупать, то наступит в этом мире благодать. Целый день кондуктор будет отдыхать, никого не будут зайцем называть. В окне мелькают названия станций, жить я в дороге, от зайцев нет. И только заяц не ездит зайцем, он покупает всегда билет. В огне мелькают названия станций, жить я в дороге, от зайцев нет. И только заяц не ездит зайцем, он покупает всегда билет. Маленькие гномики, большие башмачки, и шагают весело, стучат их каблучки. Лишь порой ночною слышно, на работу гномы вышли и надели цвета вишни колпачки. Лишь порой ночною слышно, на работу гномы вышли и надели цвета вишни колпачки.
что, нету босоножек? Нам ответил папа. Потому что у нее очень много лапок. У сорока ножек, очень много ножек. В магазине не купить столько босоножек. У сорока ножек, очень много ножек. Очень долго надевать и туфли, и сапожки. Может взять и отнести ей свои сапожки? Улыбнулся папа. Нет, детишки, ведь у нее слишком много лапок. У сорока ножек, очень много ножек. Ну никак не подарить столько им сапожек. У сорока ножек, очень много ножек. Очень долго надевать им свои сапожки. Мама с папой отдохнут.
Thank you.
район, пернатых созвон, полно у Алены подружек ворон. Алло, 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 ворона Алена, не может жить Алена без телефона. Алло, 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 ворона Алена, не может жить Алена без телефона. Кар, 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 кар. Ворона Алена по небу кружит, берет без пардона, что плохо лежит. Вот села Алена на старенький пень, по 2 миллиона просмотров за день. Алло, 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 ворона Алена, не может жить Алена без телефона. Алло, 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 ворона Алена, не может жить Алена без телефона. Кар, 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 кар. Телефоне, усевшись на сук, а если подгон и не ладится звон, ворона Алена считает ворон. Алло, 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 ворона Алена, не может жить Алена без телефона. Алло, 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 ворона Алена, не может жить Алена без телефона. Ворона Алена не может жить Алена без телефона. Алло, алло, алло.